Раз, два, три. Привет, друзья. Вот и сбывается моя мечта. Я всегда хотел посмотреть, как выглядят малые десантные корабли на воздушной подушке. Проект 123-22. Вот мы доплыли на лодочке, дошли до этих монстров. И выглядят они прям фантастически круто. Это город Балтийск. Тут свободно можно заказать лодку и мимо них пройти, проплыть, как кому как больше нравится. В общем, блин, впечатление производит. Особенно вот эти вот три винта здоровенные. Общая мощность у этих винтов, только вдумайтесь, 50 тысяч лошадиных сил. Ну, это огромная мощь. В общем, эти штуки предназначены для того, чтобы высаживать десант на неподготовленном, не на подготовленных берегах. В общем, такая штука подъезжает. У нее открывается носовая аппарель, и оттуда выходит десант. При этом, когда корабли проектировались, особое внимание было уделено комфорту. То есть там в каютах есть кондиционеры, ну и всякие такие разные штуки. Скорость этой машине по воде, ну практически по любой более-менее ровной поверхности, только вдумайтесь, 110 км в час. Или там, ну примерно 60 узлов эта штука может идти. И, в общем, такая достаточно серьезная техника. И построили это, и спроектировали, соответственно, в Советском Союзе. В общем, посмотрите, какая красота. Ну, прям супер. В общем, мечта моя сбылась. И краноплан Лун я видел и был внутри. Сейчас появится ссылочка на это видео. И вот теперь зубры. Ну, пока вот, смотрите, две штуки показываю вам. Такая вот штука. Всем пока, всем спасибо.